В Казахстане открылось новое информационное агентство «Сим-Сим Ньюс». Открытие ресурса, освещающего главные события Жамбылской области и страны, приурочено к дню первого президента Республики Казахстана. По статистике, в стране зарегистрировано 3000 средств массовой информации, из них 86% – печатные, 11 – электронные СМИ. 3% составляют информагентства. Цель нового информационного агентства – оперативно оповещать самые актуальные новости нашего региона. На нашем сайте можно будет также прочитать интервью предпринимателей и известных личностей. Новый ресурс, наряду с телеканалом, будет предлагать вниманию читателей и проблемные вопросы области. На сегодняшний день открытие данного портала – это веление времени. Мы не будем ограничиваться местными новостями. На портале будут и мировые, и громкие резонансные события. Естественно, на сайте будут только самая актуальная и полезная информация для народа. В информационном агентстве помимо новостей также будут рубрики «Критика и анализ», рассказывающие о социальных проблемах региона, бизнес-технологиям. Освещаться будут и мероприятия, проводимые в рамках программной статьи Елбасы «Рухани Жангыру», а также рубрики «Туризм и Сухбат». Сейчас у нас на сайте есть 7 рубрик. В будущем планируем пополнить мультимедийными продуктами. Это и аудиоподкасты, видео, инфографика, так как интернет-журналистика развивается очень быстро. В настоящее время идет интенсивная работа на сайте. Всех тех, кто желает заняться интернет-журналистикой, приглашаем в нашу команду. Валерий Татаренков, Мадияр Серик, Ельнур Мухтаров, 7-7 News.